детство Максимилиана Волошина прошло в Таганроге. Отец умер, когда мальчику было 4 года, и мать с сыном перебрались в Москву. Конец отрочества отравлен гимназией, писал поэт, которому учеба была не в радость. Зато он с упоением отдавался чтению. Сначала Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Гоголь и Достоевский, позднее Байрон и Эдгар По. В 1893 году мать Волошина приобрела небольшой участок земли в татарско-болгарской деревушке Коктебель и перевела 16-летнего сына в гимназию Феодосии. Волошин влюбился в Крым и пронес это чувство через всю жизнь. В 1897 году по настоянию матери Максимилиан Волошин поступил в Московский университет на юридический факультет, но проучился недолго. Примкнув к всероссийской студенческой забастовке, был отстранен от занятий в 1899 году и выслан в Феодосию. В последующие 2 года Волошин совершил несколько путешествий в Европу. Он посетил Вену, Италию, Швейцарию, Париж, Грецию и Константинополь, а заодно передумал восстанавливаться в университете и решил заняться самообразованием. Странствие и ненасытная жажда познания окружающего мира стали тем двигателем, благодаря которому и раскрылись все грани дарования Волошина. Он изучал литературу в лучших европейских библиотеках, слушал лекции в Сорбонне, посещал уроки рисования в парижской мастерской художницы Елизаветы Кругликовой. В общей сложности он пробыл за границей с 1901 по 1916 год, живя попеременно то в Европе, то в Крыму. Более всего он любил Париж, куда и наведывался часто. Интеллектуал-самоучка удивлял современников своей разносторонностью. На родине вошел в круг поэтов-символистов и художников-авангардистов. В 1903 году Волошин начал строить Коктебели дом по собственному проекту. В 1910 году вышел первый сборник его стихов, в 1915 – второй, об ужасах войны. Он не принял Первую мировую, как позже не принял и революцию. В Советской России выходит его «Иверия» и «Демоны глухонемые». После революции Волошин постоянно жил в Крыму. В 1924 году он создал дом поэта, напоминающий своим обликом одновременно средневековый замок и средиземноморскую виллу. Здесь бывали сестры Цветаевы, Николай Гумилев, Сергей Соловьев, Корней Чуковский, Осип Мандельштам, Андрей Белый, Валерий Брюсов, Александр Грин, Алексей Толстой, художники Василий Поленов, Анна Остроумова-Лебедева, Кузьма Петров-Воткин, Борис Кустодиев, Петр Кончаловский, Александр Бенуа и другие. В Крыму по-настоящему раскрылся и дар Волошина художника. Живописец-самоучка оказался талантливым акварелистом. Свою кимерию, однако, писал не с натуры, а по собственному методу законченного изображения, благодаря которому из-под его кисти выходили безукоризненные по форме и цвету виды Крыма. Почти все его акварели посвящены Крыму. Но это не тот Крым, который может снять любой фотографический аппарат. А это какой-то идеализированный, синтетический Крым, элементы которого он находил вокруг себя, писал искусствовед и художник Александр Бенуа. Максимилиан Волошин был поклонником японской гравюры. По примеру японских классиков в своей акварели он подписывал строками своих же стихов. Каждый цвет для него имел особое символическое значение. Красный – это земля, глина, плоть, кровь и страсть, синий – воздух и дух, мысль, бесконечность и неизвестность, желтый – солнце, свет, воля, самоосознанность, лиловый – цвет молитвы и тайны, зеленый – растительного царства, надежды и радости бытия. В 1922 году Волошин познакомился с Марией Заболоцкой. В 1927 году они поженились. Эта женщина не только была рядом с ним до самой его смерти, но и сумела сохранить его творческое наследие и дом поэта,
котором сегодня находится дом-музей поэта-живописца. Скончался Максимилиан Волошин 11 августа 1932 года в Коктебеле и был похоронен на горе Кучук-Яньшар близ Коктебеля.